Доброе утро! В эфире передача «Время быть». И сразу к главным новостям. Сокровище лиловой планеты, где арифметические мишки купаются в горлановом звене, приобрело новый поворот. При этом источаемым желанием угореть над крылообразным портретом и никогда не уставаемым тыквенным салатом. А у нас срочные новости из Брянска. Елена! Здравствуйте, мой Кирилл, мой коллега Кирилл. Что же случилось, Елена? Сегодня в Брянске Сегодня в Брянске. И в итоге чиновники власти города распилили бюджет. Спасибо, Елена. Далее прогноз погоды. Доброе утро, Кирилл. На улицах города влажненько, мокренько и одиноко. Спасибо, Светлана. И напоследок еще одна новость. От этого геля у меня сыпь на попе. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели нас. Держитесь там. Хорошего вам настроения. Вернемся к Кириллу. Кирилл.